если есть время на жизнь, стоит пожить, стоит пожить. А если пора помирать, на ритуал людей стоит звать. Пламя Ваншена горит много веков, много веков. У жизни законы просты, нужно понять, нужно понять. Традиции похорон — это благое искусство. Мы все уснем вечным сном, хоть и звучит это грустно, прости. Пускай и мертва была ты, но стремление жить стоит нам уважать. Те, кто не проснутся, провожай в путь. Пусть и нету пульса, будут помнить суть. Приготовления важны, и мертвым мы живы нужны. Услуги, что спокон века выполняем. Прощальные печальные речи мы запечатаем навечно. Ответственность твоя не ложится на плечи. Кто ко мне ляжет в гроб, кого Бог не уберег? Кто ко мне ляжет в гроб? Ведь только плюс, и при том хорош вкус. Если брать кошку, то целого льва, и все равно, что он твердый слегка. Думал, один будет целых два, с ними заботливо и мила. Ночью в округе наводишь шум, жаждет интриги, азартный ум. 77 поколений ты приняла ношу семейных Ваншена наследий. Все же ты думала, что там на грани он ждет, только нету сомнений. Без колебаний уже за чертой утром будет осознанно много. После утраты приходит награда, ты награждена глазом Бога. Те, кто не проснутся, провожай в путь. Пусть и нету пульса, будут помнить суть. Приготовления важны,